Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков провел лекцию для студентов Института экологии и природопользования Казанского университета. На встрече со студентами Казанского университета Института экологии и природопользования Александр Шадриков рассказал об основных направлениях деятельности министерства, будущем трудоустройстве студентов и особенностях взаимодействия с университетом. Все больше и больше приходим к тому, что наши предприятия берут на работу уже как штатную единицу экологов. Это не то, что требование, это необходимость на сегодняшний день. Лучше иметь штатного эколога, чем оплачиваются штрафы, возмещаются ущербы. Встречи с будущими специалистами-экологами проводятся уже не в первый раз. По словам Александра Шадрикова, такие встречи стараются проводить почаще, чтобы увидеть заинтересованность студентов и пригласить их на работу в Министерство экологии и природных ресурсов. Отметим, что более 200 студентов в прошлом учебном году проходили практику в министерстве, а некоторые остались там работать. У нас в нашем министерстве есть такое наставничество. Мы не только встречаемся с студентами, тем, кто вновь устроился к нам на работу, мы с ними встречаемся, обсуждаем. Мы хотим, чтобы они нам вот свежим взглядом рассказали, что мы должны поменять. Нам всегда интересно, наша креативная молодежь, любая здравая инициатива. Александр Шадриков отметил активное участие будущих экологов в мероприятиях по охране окружающей среды, а также пригласил их стать участниками конкурса научно-практических работ по экологии. Заявки на него министерство принимает до 4 октября. Инджа Минибаева, Фарид Захитоглы, Универньюз.